Еще немного о памятниках Запорожья, как было и как стало. Это дамба, соединяющая старый город с новым городом, как всем известно. И рядом с ней находился памятник тревожной молодости. Теперь памятник защитникам и ликвидаторам от Чернобыльской катастрофы, погибшим в ней. Это памятник авиаторам, которые принимали участие в освобождении Запорожья в 1943 году. Самолет боевой, собран по кусочкам, установлен на постаменте. Спасибо за просмотр.